The killer wind came down without a warning, and no one had the chance to get away. It was a desperate solution. Эй, старина! Хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Но... Я весь внимание. Как ты знаешь, я приехал в Чернобыль, чтобы найти кое-кого. Ты упоминал Какие? Брата. Да, Руслана. Мы росли вместе в Москве. С детства сами о себе заботились. Вы были вроде как уличными бандитами. Это называется воры в законе. Но тебе-то откуда знать? Ага. И что Руслан здесь делает? Долгая история, но... Короче, наш отец был ментом. Ну и как многие менты, тот еще мудила. Он маму бил, когда бухал. А бухал он всегда. Последний раз, когда он напился, он замахнулся на меня железной трубой. Только кое-чего не учел. Я больше не был беспомощным сопляком. И Руслан тоже не был. Мы схватили его и бросили в колодец за домом. Этот ублюдок даже не умер. Только ноги переломал. Ага. Вы бросили в колодец собственного отца. Наверное, он это заслужил. Ладно. И чего ты от меня хочешь? Руслан сделал кое-что, чего делать не следовало. А после приехал сюда, чтобы заныкаться в зоне. Я его несколько месяцев выслеживаю. Охренеть. Что ж он такого натворил, что понадобилось прятаться в таком месте? А это сейчас не важно. Короче, я думаю, что его сцапал Анар. А мне охренеть как надо задать ему кое-какие вопросы. Обыщи мобильный командный центр НАР возле старого госпиталя в порту Припяти. Там есть офицерская форма. В ней ты сможешь проникнуть на электростанцию. И пока будешь там, поищи сведения о моем брате. Все, что удастся найти. Его зовут Руслан Горобец. Конечно. Я знал, что могу положиться на тебя, партнер. На всякий случай оставайся на связи. Если понадобится помощь, только свистни. Договорились. Это Ольга? Похоже, она там всем заправляет. Железная женщина. А все эти самоселы говорят, вместе можно и море осушить. А можно ли вместе отыскать давно утраченную любовь? Varmaan toinen kylä. Punainen metsä. Muistan tämän paikan tuosta Stalkerista. Tästä näkyään tuo.
röllipuku päällä, mikä on itse asiassa taitaa olla juurikin oikee tämmöseen ympäristöön. Se ei kyllä kestä hirveesti mitään, mutta tarkoituksena on niinku pistää jotain muuta päällä sitten, kun jos tulee tappelu. Arvaan, että ulkolla saattaa olla. Tästä Tsernobylaittia löytyy. Mikä on tosi jees, koska tällä pystyy muuttamaan historiaa. On mulla ehkä vähän liikaa valoa täällä. Tää gammat pitäis vaan pistää täysin näytöstä. Бабушка крепче вломить может. О, так ты у нас крутой парень. Что ж ты тогда выстрелить не смог? Я просто женщин и детей не убиваю. Говнатый кусок. Вот же мудак лицемерный. Ты сюда с нами пришел. Мы были братьями. Ты должен был поддерживать меня во всем. Извини, Гриша. Я больше не убийца. Да что ты несешь, Кирилл? Ты же в Сирии был кровожадным маньяком. Врагов штабелями! Ну, наверное, спасибо тебе. От сталкера я, конечно, помощи не ожидал. Еще одну женщину. Ее зовут Татьяна. Может, вы с товарищами что-нибудь о ней знаете? Извини, впервые слышу. Тем более, я просто рядовой. Если бы кто ее и нашел, мне бы не сказали. Понятно. Ладно, мне пора. Удачи. Подожди! Ты мне жизнь спас. Я должен. Вот, держи. Это меньшее, что я могу сделать. Решил сразиться с монстром, да? Давай! Но я запру дверь изнутри.
Ну уж нет! Тогда заткнись и не рыпайся. Я что-то слышу. Этот Козлов, похоже, важная шишка. Может встретиться с ним и спросить про Татьяну? Козлови. Ainakin löydettiin vinkki. Saisi wormhole-blockerin aikaiseksi. Tuo ei näytä kovinkaan terveellä. Täällä voi ainakin tehdä ammuksi. Hyvä, hyvä. Aika lähellä se talkkari nyt. Hienoa. Хочется,
5 lockpickia, iku 4 teki itselleni, mutta tämä alkaa olla vähän vaarallista täällä. Okei, hieno homma. Супераайта. Зачем ты вернулся? Я смотрю, у тебя полно сюрпризов. Ничего, это еще не конец. Это хоме. Я тебя не знаю, что надо. Я Игорь. Ольга просила прийти. Ольга! К тебе какой-то чудило! Игорем звать! Ты его знаешь? Или всадить ему пулю между глаз? Все нормально! Открой ему, Марко! Ну, привет! Слышал, ты из той компашки, с которой даже Нарс сыт связываться. И скольких ты уже завалил? Ага, палил. Я даже не знаю. Как-то не задумывался. Уже счет потерял, да? Молодцом. Продолжай в том же духе, и мы их одолеем. Вот увидишь. Да, я милая тебя капинал, если. Профессор Хименюк, полагаю. Рада познакомиться лично. Нам предстоит большая работа. Я пришел. О чем ты хотела поговорить? Несколько дней назад кто-то украл наши припасы. Мой муж, Костя, пошел по следу воров. Теперь и он пропал. А потом к нам заявились какие-то наровские шестерки. Сказали, у них есть пленник, которого они хотят обменять на что-нибудь ценное. И ты думаешь, это твой Костя? По описанию похоже. Я бы что угодно отдала, не раздумывая, но, как видишь, у нас нет ничего ценного. Этот поселок, которым ты управляешь, потрясающее место. Никогда бы не подумал, что... Что посреди зоны живут обычные люди? Ты прав. Мы не обычные люди. Мы охотники. Знаем эти леса, как свои 5 пальцев. А что насчет тебя? Ты слишком молода, чтобы... Помнить чернобыльскую аварию? Ну да. Я приехала с мамой из Минска после того, как умер папа. Я тогда была подростком. Мама была доктором. Она хотела помочь жертвам радиации в зоне. Здесь она встретила Матвея, и... Они друг другу понравились. Потом появились бойцы НАР и здорово нас прижали. Фашисты проклятые. Мама исчезла. Это было много лет назад. С тех пор обо мне заботился Матвей. Он меня всему научил. В Минске я была просто девочкой Эмма. Здесь я королева леса. И Костя приехал 2 года назад с врачами без границ. Он остался из-за меня, но... Ну, остальное тебя уже не касается. Ну что ж, вижу, ты по-настоящему заботишься о своих людях. Это мне нравится. Я постараюсь тебе помочь. Обещаю, ты не пожалеешь. Друзья всегда могут рассчитывать на наше гостеприимство. А врагов мы встречаем с дробовиками. Да, и вот еще. Эти гады, которые забрали Костю, наверняка наши припасы до сих пор у них. Хочешь, чтобы я и припасы вернул? Если получится. Но только после того, как спасешь Костю. Само собой. Твое желание – закон. Ei tänä kyllä paljon mitään ollut.
3 ainakin lähellä. Keskeyttämään tätä lataamista. Значит, это ты. И почему я был уверен, что ты как-то со всем этим связан? Пожалуйста, помоги мне. Мои люди рассчитывают на меня. Я должен вернуться с едой. Кажется, у нас уже был такой разговор. Я искал припасы, которые у нас украли. А потом меня схватили эти гады. То есть они украли еду, а потом устроили на тебя засаду? Что-то не сходится. И они мертвы. Ты в безопасности. Уверен? Ты погнался за ворами. И откуда ты знал, в какую сторону идти? В смысле? Я шел по следам. Я опытный следопыт и охотник с детских лет. Серьезно? А Ольга сказала, что ты доктор? Что случилось с припасами? Думаю, они где-то неподалеку. Хорошо бы их забрать, я должен принести их обратно. Почему я все еще под замком? Выпусти меня! И давай возвращаться к Ольге. Я прослежу, чтобы тебя отблагодарили. Стрёмный какой-то. Не нравится он мне. Давай оставим его здесь. Если он такой опытный, сможет вернуться в село без нашей помощи. Ладно, ты свободен. Возвращайся в лагерь. Спасибо. Я замолвлю за тебя словечко. Se oli niinku tekemässä omia diilejään niitten sotilaiden kanssa. Todennäköisesti. Ei.
Еще раз спасибо, что вытащил меня из этой дыры. Но прежде чем ты пойдешь к Ольге, я хочу сказать тебе пару слов. Да? Так я и знал, что ты что-то мутишь. Припасы у тебя, так? Позволь, я их заберу. Что? Вот это наглость. Я правда должен сам их вернуть. Я отдам их Ольге, клянусь. Или ты мне скажешь, в чем дело? Или ничего не получишь? Ну ладно, ладно. Послушай, я годами пытаюсь помочь этим людям. Показываю, как было бы лучше все устроить. Учу самоорганизации, всему такому. Продолжай. Но они мне почему-то не доверяют. Слушаю только Ольгу и этого старого хрыча Матвея. Пойми правильно, я люблю Ольгу. И всех их люблю. Они моя семья, цель моей жизни — защищать их. Даже вопреки их желаниям. Думаю, они не доверяют тебе просто потому, что ты брехло. Что ты задумал делать с этими припасами? Матвей должен знать свое место. Он безрассуден, и за его решение мы все можем погибнуть. Хватит ему всем тут заправлять. Я хочу подмешать кое-что в его еду. Просто, чтобы он стал чуть более, ну, покладистым. Тогда я смогу изменить нашу жизнь к лучшему. Ольга увидит, что я прав. Матвей голову задурил. Нужно положить тому конец. Да? Просто охренеть. Не знаю, что сказать. То есть это все твоя личная вендетта? Я доктор, ты же знаешь. Я буду очень аккуратен с дозировкой. Ничего страшного не случится, поверь, так всем будет лучше. Помоги мне, и тебе здесь всегда будут рады. Что бы тебе ни понадобилось, я для тебя это достану. Прежде чем я решу, проясни для меня одну вещь. Ты сам украл припасы, чтобы все это провернуть? Да, да, украл. Но только потому, что мне не плевать на это место. Я сделал сложный выбор ради всеобщего блага. Надеюсь, ты поймешь меня и тоже поступишь правильно. Сам знаешь, тебе понадобятся союзники. Ладно, будь по-твоему. Вот припасы. Только позаботься о том, чтобы никто не пострадал. И помни, теперь ты передо мной в долгу. И скоро я попрошу тебя расплатиться. Да, да, разумеется. Я буду вечно тебе благодарен. Он мелкий мяс. Я принес ваши припасы. Потрясающе. А что насчет похитителей? Просто говнюки из Нары решили подзаработать на стороне. Больше они вас не потревожат. Вот и отлично. По этим гадам никто скорбеть не будет. Ты меня выручил, Игорь. Ты человек слова. Спасибо, что спас Костю. С ним бывает непросто, но я люблю его. Если тебе что-то понадобится, что угодно, ты знаешь, где меня найти. Как насчет того, чтобы объединить усилия? Похоже, у твоих людей здесь все под контролем. А мне бы пригодился человек с такими навыками и целеустремленностью. Что ж, а мне бы пригодился человек, который столько знает о технологиях НАР. Да, думаю, какое-то время Матвей без меня справится. Веди. Я открою для тебя портал. Не пугайся, ладно? Но я тебе доверяю. Тогда приятного путешествия. Увидимся на базе. Рад видеть тебя в своей команде. Я сделал это ради безопасности моих людей. А у вашего поселка есть название? Мы просто называем его селом Матвея. Когда-то тут ничего не было, только несколько старых хат. Но потом эти уроды начали к нам заглядывать, и пришлось строить укрепление. Да уж, похоже на крепость. Думаешь, вы могли бы выдержать осаду Нар?
Ну, если они притащат трибушеты с баллистами, тогда... А вообще дела идут неплохо. Нехватка еды. Вот наша главная проблема. И правда, как в средневековье. Черт. Кстати, хотел спросить. Нар ведь только часть проблемы. Как вы защищаетесь от теней? Мы называем их скрытнями. Но они не приближаются к поселку почему-то. Однажды я спросила об этом Матвея, но он мне толком ничего не ответил. Сказал что-то про особенный местный микроклимат. Микроклимат, говоришь? Mm. Главное, что в поселке нам хотя бы эти чудовища не угрожают. Я доверяю Матвею, мне его слова достаточно. Как вы справляетесь, Нар? Как получится. Обычно с помощью пистолетов и ножей, и всего остального, что может отправить этих уродов на тот свет. Не пойму, почему они так вас донимают? Вы же никого не трогаете. Мы сначала тоже не понимали. Думали, мы как-то договоримся, и они оставят нас в покое. В этой глуши места всем хватит. Сначала наемники согласились закрыть на нас глаза, но потом стали приходить и требовать... Дань? Именно. Началось с мелочей, но эти уроды быстро обнаглели. Неудивительно. Один раз даже захотели одолжить несколько барышень из поселка для вечеринки. Кошмар какой. Я, кстати, вызвалась пойти. Сказала Матвею, барышня из меня так себе, но я схожу. Матвей ответил, только через мой труп. Послал этих ублюдков из нарко всем чертям. Отлично его понимаю. Он твой отчим. Он волновался о том, что они с тобой сделают. Да нет же. Он знал, что если я пойду, там будет гора трупов с отрезанными членами. Думаю, он хотел оттянуть начало полномасштабной войны. Ничего себе, Ольга. Ну ты даешь. Ну что, Игорь, как успехи в стрельбе? Довольно неплохо. Кстати, спасибо тебе за советы. Ты отличный стрелок, Оливер. Ты всему этому в канадском спецназе научился? Нет, конечно. Чтобы туда попасть, нужно уже кое-что уметь. Я научился стрелять еще до службы в армии. Отец часто брал меня с собой на охоту. Он и научил тебя стрелять? Он меня вообще многому научил. Например, вести себя как кусок говна. Помню, как рассказал ему, что мне отказали в повышении. И самое гадкое, он даже не разозлился на меня. Просто сказал, что этого и следовало ожидать. Мы пошли искать место, где можно поставить засидку на уток. И он оказался прямо у меня на прицеле. Он был опытным охотником. Знал, что нельзя так делать. Он задержался передо мной, посмотрел на ружье, потом на меня и улыбнулся. Злобно так. Старый козел хотел меня спровоцировать. И видит Бог, я готов был выстрелить. Но не выстрелил же. Ты сам себе хозяин, Оливер. Не позволяй суждениям отца управлять тобой. Пожалуй, ты прав, но... Это все еще тяжело, даже спустя столько лет. Ты слышал про засев облаков? Слышал, что это возможно. А что? Его использовали, чтобы защитить Москву от чернобыльских осадков, а пострадали от этого другие города. Про чернобыльскую катастрофу много всякого говорят. Откуда ты об этом знаешь? Мама рассказала. У отца от этого развился рак щитовидной железы. Такое заболевание может быть обусловлено множеством. Моя мать была химиком и врачом. Поверь, уж она-то сразу все поняла. И она рассказала мне, как это происходило. Истребители стреляли снарядами с йодированным серебром в радиоактивные облака. Дождь смывал ядовитые частицы. Первая операция по очистке прошла спустя всего 2 дня после чернобыльской аварии. Разумеется, все происходило в обстановке строжайшей секретности. Цель была в том, чтобы дождь прошел в небольших городах Беларуси и Украины, пока облака не дошли до Москвы. И пострадали от этого простые люди. Можно только гадать, сколько людей погибло от вызванных радиацией заболеваний в последующие десятилетия. Конечно, власти все отрицали. Они до сих пор это отрицают. Каждый раз, когда думаю об этом, мечтаю увидеть кого-нибудь из этих ублюдков в прицеле своей винтовки. Мне трудно в это поверить. Само собой. Я слышала, ты когда-то искренне поддерживал систему. Это не так просто. Я... Не нужно объяснять. Это было давно. Надеюсь, теперь ты стал умнее. Власть имущие всегда в первую очередь думают о себе. И неважно, коммунисты они или нет.
Привет, Ольга. Слушай, ты можешь научить меня тому, что сама узнала в зоне? С радостью. В зоне нужно уметь о себе позаботиться, если не хочешь кормить червей. Отлично. Я готов учиться, великая охотница. Только никаких шуток во время тренировки. Не то организую тебе подзатыльник, понял? Игорь, позволь познакомить тебя с твоим новым лучшим другом, АК-47. Вот уже несколько десятилетий ему доверяют свою жизнь революционеры и борцы за свободу. Некоторые страны даже на свой флаг его поставили, потому что он сыграл важную роль в обретении независимости. Но довольна историей. Я дам тебе несколько советов, которые помогут раскрыть потенциал этого оружия. Сложнее всего компенсировать отдачу при стрельбе в автоматическом режиме. Нужно научиться контролировать ее. Не бойся, банки не отстреливаются, так что целься спокойно. Покажи себя. Готов? Огонь! Ну, над меткостью тебе еще надо поработать. И над стойкой. И прохват не забыть. Ничего, практики у тебя в зоне будет много. Ладно, профессор. Главное, ты усвоил. Молодец, профессор. Нельзя стать мастером, не пролив пота, крови и слез. Мы löysin viimekin ton... Tän löysin, niin nyt pääsee simulaation. Aika hyvin edennyt tää peli. Да, товарищ, мы думаем, что объект может пролить свет на все загадки. Да, нулевой пациент. Она была беременна, всего пара недель. Да, мы тоже этого не ожидали. Нет, она не говорит, кто отец. Если верить данным наших друзей из КГБ, есть два кандидата. К сожалению, один из них уже мертв. Конечно, товарищ, мы приняли все меры для обеспечения безопасности Амалиевой и ребенка. Нас это тоже интересует. Возможно, мы стоим на пороге великого открытия. Да, да, я буду держать вас в курсе. Господи, Таня, была беременна? От меня? И это она была нулевым пациентом? Они с самого начала использовали ее для своих экспериментов. Ты увидишь голубое небо, луга, услышишь звуки океана, ощутишь запах сосен, почувствуешь тепло солнца на своем лице. Ты особенный мальчик. Тебя ждет светлое будущее. Я очень хочу, чтобы ты оказался как можно дальше отсюда и был счастлив. Mitä tapahtui? Не бойся,
Я всегда буду рядом с тобой. В твоем сердце, в твоих воспоминаниях. Найди меня там. Пора! Нужно торопиться! Я люблю тебя, малыш. Мамочка тебя очень любит. Прощай. Таня была здесь пленницей. И ее ребенок. Кто-то забрал его. Это прискорбно. Мои люди этим занимаются. Прискорбно? Да это полная жопа! Как вы это допустили? Если кто-нибудь узнает... Следи за языком, товарищ. Я в Афганистане воевал, когда ты еще пешком под стол ходил. У мальчика был сильный аутизм, он даже не разговаривал. Готов поспорить, он валяется где-то в канаве. К тому же он не мог сбежать сам. Кто-то ему помог. То есть это был кто-то из своих? Слишком рано делать выводы, но да, я думаю так. Значит, шпион, агент ЦРУ. Se ei anna on kentti. Hän epäiltiin, että siellä oli sellainen. Вам в КГБ везде шпионы мерещатся. Видимо, поэтому у вас арестов столько. Саддам вот-вот вторгнется в Кувейт. Уверен, у ЦРУ есть дела поважнее вашего исследования. Нет, это не ЦРУ. Это кто-то ближе. Ничего, я выясню, кто. Генерал, я хочу извиниться за свой тон. Я, правда, благодарен вам за вашу работу. Без вас бы мы не справились. Проект «Дуга» и наши исследования. Они могут оказаться важнее ядерного оружия, даже важнее космических войн. На кону стоит многое. Можно сказать, будущее нашей Родины. Я уже поговорил с другими членами партии и... Товарищ, я скажу прямо. Советский Союз уже трещит по швам, и вряд ли его распад можно предотвратить. Я не ученый, но достаточно повидал, чтобы понимать это. Но вот Чернобылит, напротив, может стать ключом к нашему будущему. Мы должны сделать все возможное, чтобы подготовиться к нему. Ага. Чернобылитти пелостаа Неуvostoliiton. Значит, Таня родила мальчика, и он сбежал. Это... Боже, если так, я не могу. Соберись, Игорь. Похоже, КГБ хотел активизировать опыты с Чернобылитом. Возможно, они надеялись, что полученные данные смогут продлить жизнь Советскому Союзу. Очевидно, у них ничего не вышло. Yritti palauttaa Neuvostoliiton Чернобылитille.
tästä talkkarista tarvitsisi vielä saada tietoja. Mutta tähän on itse asiassa hyvä lopetellakin. Tämä peli. Täytyy joskus yrittää paremmalla ajalla jatkaa. No, hyvää yötä täältä.